Очень симпатичное колье с натуральным жемчугом и какими-то натуральными зелеными камушками. Я уже не первый раз заказываю украшения в подобном стиле, прям безумно они мне нравятся, чем-то напоминают фенечки. Ну, такие, знаете, фенечки по-взрослому. Я купила два таких колье, ну, во-первых, потому что я хочу носить их вместе, а во-вторых, потому что они продавались в двух магазинах. В одном они стоили подороже, в другом подешевле. Я хотела посмотреть, будет ли разница. Разницы никакой нет, они оба одинаково красивые, поэтому и платить дороже нет смысла, тем более, что цена у них практически в два раза отличается. Выполнены они великолепно. Вот эти металлические бусины из стали, поэтому со временем они не темнеют, с ними ничего не происходит. Вот у меня уже такие есть, я их достаточно давно ношу, и они в прекрасном состоянии. Кстати, при желании такое колье можно носить еще и как браслет, потому что они собраны на нить, а не на леску, как это часто бывает в дешевых украшениях. И поэтому они хорошо гнутся, нигде не заламываются. Сейчас я надела два украшения. Слушайте, очень здорово смотрится и со свитером, и с футболкой. А вообще я купила их еще для того, чтобы носить их летом, потому что когда здесь начинается такая дикая жара, мне в моих любимых крупных массивных украшениях просто становится тяжело, и я перехожу вот на такие милые тоненькие украшения. Сейчас я еще к ним добавлю вот эту прелесть с подвесочками. Это, собственно, то самое колье, с которого у меня и началась любовь к серии вот этих украшений. Я люблю, когда много всего накручено, и еще вот такие вот подвесочки дополнительные висят. Кстати, вот это колье продается сейчас со скидкой. Я его покупала за 900 рублей, но тогда и распродаж никаких не было, и я думаю, что оно позже опять подорожает.